Да. Есть ли Святой Дух у протестантов? Вот ко мне приходят на занятия, ну, разные там и были, и иеговисты, и кого только не было, ну, и баптисты. А как вы считаете, записками, я на кафедре, что у баптистов есть Дух Святой или нет? Я говорю, на какой день? Как на какой день? Ну, вот они уверовали. Сегодня вот зашел человек, забрел в баптистский дом. Я беру только баптиста пока. Ну, и призывает, кто хочет покаяться. Он вышел, покаялся. Я раскаюсь, что я делал, верю, что Христос умер за мои грехи, принял его. И он чувствует облегчение. Так принял его или не принял Господь? Я спрашиваю, ты Иисуса признал как Господа? Конечно. Ты веришь, что ты лицо Второй Троицы, он Бог и Бог истинный? Да, конечно. А написано, никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Все, кончилось. Духом Святым. Значит, Дух Святой его коснулся на этой ступеньке, обнял его, наполнил его, этого баптиста. Но он дальше не идет. Дальше ему надо в церкви быть, а он этого не знает, и он остается на задворках. Это всякое доброе даяние. Вот мусульмане, там бывают там немцы, ну, которые помогали даже пленным. От Бога написано, всякое доброе даяние от Отца Светов. Все. Авторитетное слово. И такой вот ответ нужно давать. Вот два места Писания, которые дают нам твердость. И после меня кто-то придет через 100 лет или там 10 лет, также ответит. Поднимут мои книги, также ответят. В каждой книге открытым оком, а их у меня 33 тома. 30 в бумажном варианте у вас они есть. Я ссылок делаю, около 3000 ссылок в одном томе на Библию.